Это гитарист группы Кирлинг. Володя Рябков. Володь, пригласи всех на концерт. Я приглашаю всех на концерт, клянусь. Нет, как ты прошлое приглашение начал? Это Паша, барабанщик группы Кирлинг. Он... Паш, твое слово. Он кешел. Паша, скажи ты. Уважаемые граждане, уважаемые граждирации и те, кто не имеет прописку, приходите все на концерт в Клину, там будет круто. Пожалуйста. Пожалуйста, да. Туда приедет разрушитель и Толян. Да. И зеленый. И пожелайте выздоровления вокалисту, потому что он болеет. Да, желаем. А то ему придется бухать. Да, он не хочет. Он очень не хочет. Он не говорит, что это не круто. Не хочешь? После героина не хочет. Не, вот. А это Паша снова. Позови на концерт. Позови на концерт, ребята. Ребята. Ну, приходите все. Все, кто слушает. В связи с тем, что наши концерты ходят мало людей, да. Да. Приходите те, кто слушает рок, кто не слушает рок. Да, кто тяжелый рок. Тяжелый рок. Кто слушает тяжелый рок, да, прям тяжелейший, те приходите. Там хард-рок. Хард-рок. И в ВДХе принесите. Да. Мы его выпьем. А Ярик был. Блейзер Ярику. Да, спасибо. Кстати, это что-то типа Металлики, Рамштайн и Арии, да? Тяжелый рок. Блейзер, да. Кстати, все слушаешь. Рамштайн, Металлик, Концерт, Клинов. Before I am, before.